На противопаводковые мероприятия выделено более 1 миллиарда тенге, задействовано более 470 человек, 88 единиц техники и 12 плавсредств. Выведено 443 тысячи кубометров снега, подготовлено 346 тонн горюче-смазочных материалов и очищено порядка 90 водоотводных каналов. В 43 населенных пунктах проведены работы по инженерной защите от поступления воды. Согласно сведениям руководства департамента по чрезвычайным ситуациям, работа по предотвращению паводков проводится несогласованно. На опасных участках рек планируется выставить 89 временных постов наблюдения. В то же время акиматы отдельных регионов, подготовительная работа так и не организована на должном уровне. При этом ваши поручения и указания акимата области и рекомендации ДЧС остались вне поля зрения. До настоящего времени акиматы Егендікольского, Буландинского районов не предусмотрели средства в чрезвычайном резерве. В городе Кокшетау средства отсутствуют, резервы на неотложные затраты. Не приняты меры по увеличению инертных материалов в Бурабайском районе. У вас же проблемы? У вас же есть проблема? Объективная проблема. Что мне вот говорите? Мы же месяц назад вас предупредили. В ходе проверки рабочими группами установлено, что некоторые акиматы районов предоставляли недостоверные сведения по проводимой работе. Такие ситуации имели место в Атбасарском и Сандыктауском районах. Глава региона подверг критике работу акимов районов и поручил усилить противопаводковые мероприятия в областном центре. К тому же в текущем году отмечается высокий влагозапас на водоемах области, который в полтора раза больше, чем в прошлом году. Поручаю акимам районов городов активизировать работу по вывозу снега из населенных пунктов. Также по созданию достаточного запаса горюче-смазочных материалов, мешкотары и инертных материалов. Привлечь дополнительную инженерную технику на проведение противопаводковых мероприятий. Завершить до начала паводкового периода работы по очистке водопропускных сооружений, арыков и каналов. Обеспечить круглосуточное наблюдение по паводкоопасным участкам. Аким области дал поручение также областным филиалам «Казавтожол» и «Казахстантеміржол» не допустить подтопления автомобильных и железных дорог, на которых насчитывается 33 паводкоопасных мест. Аслан Абуталипов, Азамат Бекмагамбетов, Жамбыл Балтаев, Кокша Ахпарат.